это почти никто не верит, но английский за 3 месяца освоить можно. Еще 10 лет назад я бы сказала, что нет, а сегодня да. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, что можно улучшить в английском за 3 месяца. Если вы в самом начале, то за 3 месяца вполне можно дойти до уверенного elementary или начинающего pre-intermediate. А если у вас вяло текущий elementary или иногда наступающий pre-intermediate, то за 3 месяца вы очень многое можете сделать. Прокачать listening, убрать барьер в speaking, восстановить словарный запас и активизировать те слова, которые находятся у вас в пассивном словарном запасе. Пополнить словарный запас на 2000 единиц, не забыть про фразовые глаголы, подтянуть reading и writing. Что позволит это вам сделать? Моя технология освоения английского языка с нуля до уверенного уровня всего за год и за 15 минут в день. Доступна по ссылке в шапке профиля.